«Самое страшное для меня, если нет замысла». Так сказал один из известнейших режиссеров Юрий Быков. Сегодня в нашей студии мы вывернули весь мир кино наизнанку. Юрий Быков рассказал нам, как придумать идею для фильма и не потерять веру в себя. Сегодня, 29 сентября, в рамках проекта «Телемания» прошло ток-шоу «Индустриальные среды» с Юрием Быковым. В самый разгар съемок было оживленно – настройка звука, выставление камер. Наши студенты постарались полностью раскрыть нашего гостя. Слушайте, у меня впечатления двоякие. С одной стороны, я был рад отвечать на острые вопросы. С другой стороны, мне кажется, все-таки несколько раз мои интервьюеры перешли черту, которую, мне кажется, в профессиональной деятельности в дальнейшем нужно стараться не переходить. Ведущие вывернули мир кино и его изнанку от А до Я. Вопросы касались не только кино, но и наши студенты задали пару провокационных вопросов. Мы узнали много нового. Не сомневаюсь, что эти знания помогут нам в будущем. Ну, как будущий режиссер, я узнала много полезной информации, опыта, который вот Юрий поделился, а также его вот видение, как он начинал, какое у него отношение к тем или иным вещам.